Осторожно, Алды, при просмотре этого видео вы можете заплакать. Большая память Фрозен Максу. Он был хорошим креатором, был на первом месте, хорошо поддерживал актив. Большая ему память. Тоже большая память Вороку за большой актив. И он был старшим модером, хорошим. Только ревнул по неизвестной причине. Жаль. Вентос. Он был отличным креатором, активным игроком, был модератором и моим другом. Один раз был убежден, вернулся на БМСГ и все-таки ливнул. Я его уже уговаривал вернуться, но нет. Донт креатор. Был нормальным таким креатором, активным игроком, хорошим игроком. Помню я его, да. Также память уделяем Гусю, ну, The Goose. Он был старшим модератором на привате. Да, он сейчас администратор на Discord-сервере, только он ливнул из приватного сервера только пока что. Надеюсь, он еще будет на Discord-сервере. Также уделяем память Авошеру. Он был пропрям и создал достаточно крутой уровень и сложный. Вместе со мной, верифнул его, он допустил достаточно много багов. А также он говорит то, что его взломал какой-то хакер, отредактировал его уровень, сделал там секрет вей. А причина его лива из Дискорда вообще неизвестна ни капли. The Real Hour. Он тоже достаточно такой выделяющийся игрок, активный. А креаторство я вроде у него и не видел даже. Базука. Первый пытался осуществить мою мечту. Создание БМСГ. Он был администратором, даже создателем на моем Дискорд-сервере. Ливнул по самой неизвестной причине, так я думаю. Осуществил мою мечту. Репкон. Он создал сервер БМСГ. Да, он такой. Ну, ливнул по известной причине, потому что ему уже надоел этот сервер. Но из Дискорда он так и не ливнул. Надеюсь, он и не ливнет и вернется. Также Пластик, он был хорошим игроком, он создал крутой уровень. Несмотря на то, что у него 4 звезды, это просто у него сбросилась стата. А так, я его уже пытался возвратить, он игнорирует это. Азазакет из The Fofa Creator. Не-не-не-не-не, я даже не говорю то, что это его твинг там есть. Просто Азазакет, он тоже был хорошим креатором, как и он. Только они ливнули тоже по непонятной причине, хотя Фофан знаю. На этом все.